Всем привет, это видеоверсия сайта военноедело.ком. Экс-полпред в Северокавказском федеральном округе назначен заместителем главкома сухопутных войск. Как сообщает РИА Новости, бывший полномочный представитель президента России в Северокавказском федеральном округе Александр Матовников получил должность заместителя главкома сухопутными войсками. Сообщается, что соответствующий указ уже был опубликован на официальном сайте Кремля. До того, как Матовников был назначен на пост полномочного представителя президента в Северокавказском федеральном округе, он проходил службу в звании генерал-лейтенанта и должности командира сил специальных операций. На этом пока все. Еще больше новостей и информации на нашем сайте военноедело.ком.